веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Коксик, ты думаешь, здесь что-нибудь найдется? Ну, конечно, Зубок, у нас же сейчас урок музыки. Угу. Так, а что у нас вот тут есть? О, нашел! Что? Барабан! Барабан, это подойдет. Ты будешь по нему стучать? Ну да, стучать и маршировать. Ага. Готов? Готов. Шагом марш! Раз, два, левой, левой, раз, привет! Два, а что это тут у вас? Левой, левой, раз, два, а мы это, маршировать учимся. Ага. Знаешь сказку про Щелкунчика? Конечно, знаю. Так вот, он сражался с армией мышиного короля. Да, а в бой своих солдат Щелкунчик вел под марш. Мы тоже хотим быть храбрыми, как Щелкунчик. И поэтому учимся маршировать. Если хочешь, присоединяйся. Конечно. Ага, шагом марш. Раз, два. Левой. 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 Раз, два. Три. Левой. 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 Раз, два. Три. Левой. 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 А у меня не левый, а правый получается. Что, я неправильно что-то считаю? Или ты, Коксик, неправильно считаешь? Так, давайте еще раз. Давайте. Шагом марш. Раз, два. Три. Левой. 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 Раз, два. Три. Левой. 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 Так, левой. Стоп. Ой. Стоп. Это я, наверное, вас запутала. И почему я сбиваюсь? Да мы все сбиваемся. Может, мы неправильно стоим, а? Коксик, давай я буду первым. Ну, давай. Давай. Шагом марш. Раз, два. Три. Левой. 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 Раз, два. Три. Левой. Левой. И все время сбиваемся. Ну, что такое? Опять? Ну, почему сбиваемся? Это все из-за тебя. Из-за меня? Привет юным любителям музыки. Что это за шум? Я все прекрасно. Здравствуйте, мои шумные ученики. Здравствуйте, Мурожорыч. А что это у вас тут происходит? Мы учимся маршировать. Да, чтобы было веселее и громче, взяли барабан. Ну, вот, стучим в него и маршируем. Но вы же музыканты. А музыканты на своих инструментах не стучат, а играют. Играют марш. Да? А разве марш можно сыграть? Я думала, когда громко топаешь, это и есть марш. Только у нас почему-то ничего не получается. Может, потому что у нас только один барабан? Да подождите. Во-первых, чтобы дружно маршировать, нужно считать или на раз-два, или на раз-два-три-четыре. А мы хотели втроем считать и маршировать, что втроем нельзя? Можно, но если вы будете считать на раз, два, три, у вас не марш получится, а вальс. Но ведь вальс — это танец такой красивый. Да, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ой-ой-ой, какой-то шумный вальс получается. Ты права, Веснушка, вальс под барабан танцевать нельзя. У барабана слишком голос трескучий. Подожди, Зубок, не голос, а тембр. А вот для марша барабан в самый раз. Ну что, попробуем исполнить марш? Да, попробуем. Только помните, мы договорились, считаем на раз, два, три, четыре. Коксик, начинай. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стой, раз, два. Ну как, интересно маршировать? Если честно... Не очень. Да, как будто чего-то не хватает. Может быть, мелодии, а? Ритм есть, а мелодии-то нету. А у Щелкунчика марш был с мелодией или нет? Конечно, с мелодией. Тимур Мажорыч, а какая мелодия будет у нашего марша? А я ее уже придумал. И к ней у меня есть считалка. Вы ее, кстати, прекрасно знаете. Аты-баты. Коксик, начинай считать. Теперь можешь считать на раз-два. Ага. Два, раз, два, раз.
ты шли солдаты. А ты, баты, на базар. А ты, бат, что купили? А ты, бат, ты самовар. Раз, два, раз, два, стой, раз, два. Тимур Мажорыч, у нас же теперь не просто марш. У нас же песня-марш получилась. Неужели марш и песенка перепутались? Нет, Веснушка, просто марш подарил песенке свой счет. А песенка предложила маршу играть мелодию, петь под нее стихи, ну и считать вместе. И они подружились! Примерно так и появился жанр песня-марш. Думаю, теперь вы сможете маршировать не только на уроке, но и с урока. Ведь он уже закончился. А ну-ка, шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левая, левая. До встречи, мои дорогие юные музыканты!